Проблемы алкоголизма, табакокурения и наркомании – на сегодняшний день один из главных в нашем обществе. Существует несколько мер борьбы с негативными привычками, одна из которых – профилактика. Лучше всего ее проводить еще в детском возрасте. Алла Федяева является ярым участником митинга, призывает всех одуматься и вести здоровый образ жизни. Жители точно будут прислушиваться, понимать, что молодое поколение – это как бы понимает, призывает. Думаю, они все одумаются и когда-нибудь перестанут курить. Школьники за здоровый образ жизни. С плакатами и кричалками они прошли по главным улицам. Раздавали буклеты о вреде курения всем прохожим. Чтобы побольше людей беспокоилось за то, что вот даже дети вот идут с плакатами, и они уже внимание к себе. Значит, и взрослые тоже обратить внимание на это должны. Если уже дети за будущее. Подобный митинг не первый. Ребята активно участвуют во всех акциях и призывают жителей отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.